Алло. Алло, Вика? Да. Привет, свободна сейчас? Да, солнце хотел подъехать или тебе на выезд уже? Нет, ко мне сможешь подъехать? А куда к тебе? Что? К тебе это куда, говорю? Чайковского, 17. Угу, на часик на 2 хотел отдохнуть. На всю ночь хотелось бы. Сколько у тебя ночь стоит? 12 тысяч. 12 тысяч. Это фото твое на сайте? Да, конечно. Вика, да, ты это точно? Да, это 100%. Мои фото, они соответствуют. Ты что еще в этом убедишься? Ну, ты через сколько сможешь подъехать? Буквально 15-20 минут. Так, смотри, мне на выезд идет предварительная оплата, потому что ты точно будешь на месте, потому что ты реальный клиент. Оплата поступает, сразу же выезжаю. Нет, так я реальный клиент, я же тебе позвонил. Я понимаю, солнце просто работает. Чего? Смотри, оплата поступает сразу, могу приехать, говорю, с подружками, могу приехать одна. То есть мои фотографии ты видела, а подружки тоже все молоденькие, стройные, красивые. Мне нужна именно вот то, что Вика на фото. Ну, все, хорошо, солнце, смотри, тогда оплачиваю, не перезвони, я пока что соберусь и вызову такси, хорошо? Оплата поступает, мне сразу звонишь, что я выезжаю к тебе. Какая оплата? Смотри, у тебя время будет, когда я приеду, время пойдет уже до 10 утра. Это какая цена у тебя будет за ночь? 12 тысяч, солнце. Все включено, полная программа. То есть, если что-то нужно по дороге купить, то без проблем. Ну, если тебе что-то надо, то возьми, у меня, в принципе, все есть. Угу, хорошо. Все тогда делай предварительную оплату, то есть 50%, остальные по факту после отдыха. То есть 10 утра мне отдашь. То есть сейчас 6 тысяч, да, надо закинуть? Да. Оплата поступает, администратор видит. У нас просто 15 салонов в разных адресах, 47 девушек. Могу, говорю же, еще раз приехать с подружками на вывод. Просто приезжают разные, там бывают военные, вызывают 5-6 девушек сразу. Я тебе сказал, что я военный или что? Нет, я просто говорю, что бывает такое, блин, часто вызывается же нет. Нет, мне нужна именно Вика, то, что на фото. Все, хорошо, солнце, тогда я одна приеду. Ну, это в любом случае, да, надо сейчас половину суммы оплачивать? Да, солнце, за эти деньги не беспокойся, то есть за них ручаюсь головой, даже, знаешь, ни лишние проблемы не нужны, как бы. А если, смотри, если я к тебе подъеду, я могу тебя снять? Да, слышал я. Я еще раз. Если я к тебе подъеду, я могу сначала тебя увидеть, а потом уже оплатить. Я понимаю, солнце, но у нас салон, понимаешь, то есть у нас по-любому предварительная оплата идет. Да, раньше было, там, слушай, приехал клиент, деньги в руки забрал или что, как. А сейчас именно так, у нас онлайн-касса стоит, понимаешь, администратор сам лично подслеживает эти платежи в электронном виде. Я понял, я имею в виду, если я к тебе подъеду. Я понимаю, тебя ты приедешь так же возле подъезда, оплатишь, я выйду к тебе. Я понял. Ты через сколько у меня будешь тогда? Минут 20 где-то точно. Ну, пока такси приедет, соберусь. Как только такси приедет, я сразу сажусь. Не, звони тебе. Тогда, знаешь, ты сможешь в табачный заехать, взять стики для Экоса? Ну, а какие там тебе нужны? Бронза или что? А вот то, что новые там какие-то вышли, фруктовые, там, тропик называется, что-то такое. Конечно. Если не сложно. Ну, конечно, не сложно, господи. Я тебе за них там 200 рублей сейчас закинуть или на месте отдать? Все, смотри, тогда оплачиваю 50%, за стики не нужно, господи, там копейки, я сама куплю их. Оплачивай, не перезвонишь. Хорошо, я пока что соберусь и вызову машину. Все, давай. И смотри, адрес мне точный тогда в смс-ку, хорошо, как буду подъезжать, позвоню, встретишь или как? Давай лучше поднимешься, у меня второй подъезд на домофоне 77, нажмешь, я открою. Пятый этаж. Все замечательно, все, тогда солнце оплачивай, перезвони. Хорошо, смотри, по этому номеру через СТБ Киви Банк. Вот по которому я позвонил, да? Да, через СПБ оплачиваешь, там убираешь Киви Банк, сумму, оплата поступает, сразу мне перезвонишь. Хорошо? Все, давай. Давай, я пока что вызову такси и соберусь. Ага, ты стики не забудь, давай. Да, конечно, блин, я там буду подъезжать к магазину, еще раз позвоню и скажу точно какие, хорошо? Давай. Давай. Алло. Алло. Да, солнце, смотри, такси заказала, белый Hyundai Solaris, номер 322. И скажи, пожалуйста, администратору сказать, от кого платеж поступит? Да погоди, пока ни от кого, я не могу зайти, у меня интернет закончился, сейчас я подключу.
То есть, смотри, такси будет минут через 7-8 где-то. Ну, давай, сейчас я доверительный платеж возьму. У меня просто гигабайты кончились. Так давай. Платеж от кого поступит? Просто спрашивает администратор, чтобы знал, что это ты едешь на платеж. От Светланы Валентиновны. Светлана Валентиновна? Да, да, там не на меня карта оформлена. Все. А, ну все, хорошо тогда. Давай, сейчас я подключу, зайду, звонки. Давай, жду звонка. Давай. Алло. Алло, да. Да, Солнце, мне что там просто такси возле подъезда ждет меня? Да я понял, что я не могу зайти, говорю, интернет закончился. Сейчас я доверительный платеж взял, у меня там не хватает все равно. Сейчас пытаюсь. Сколько тебе не хватает? Пытаюсь дозвониться пацанам, чтобы мне закинуть. 200 не хватает. На этот номер закинуть? Что? На этот номер закинуть. А, ты сможешь мне закинуть 200? Да. А, да, закидывай. Я тогда тебе сейчас 6400 закину за стики и 200 то, что ты закинешь. Хорошо. Давай, тогда я жду, тогда я пацанам не звоню. Хорошо. Давай. Минутку. Алло. Алло. Пришли? Сейчас, погоди. А, вот, все, 200 рублей. Ты, да, закинула? Да. Все, сейчас, подожди 5 минут, я подключу интернет. Зайду и закину тебе. 6400 переведу. Да, только давай побыстрее, это там счетчик на такси капает. Ну, я оплачу, если что, если что-то лишнее будет. Нет, поделюсь. Такси на мне уже будет, не нужно ничего. А, ну все, давай, сейчас я подключу быстро. Угу, давай, хорошо, давай. Давай, перезвоню. Ну, оплатишь сразу, перезвоню, да, хорошо? Да, 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 спасибо, давай. Давай. Алло. Алло, это по твоему номеру Киви Банк, да, получается? Да. А там получатель какой-то Андрей Константинович почему-то. Да, это администратор, я же тебе говорю. А, ну это точно, да, туда я скидываю? Да, все правильно. Все, давай, 6400 сейчас закину. Все, хорошо. Давай. И адрес в смс-ку, хорошо, точный? WhatsApp у тебя есть? Лучше в смс-ку. Да у меня ноль на балансе сейчас, я все потратил. А, ну хорошо, тогда я запомню, запишу. Чайковского, 27, второй подъезд. Чайковского, 27, второй подъезд, на домофоне 77, да, надо набрать? Ага. Все, давай. 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 Алло, ну все, деньги ушли, 6400. Я тебе давай, жду. Сейчас проверю, перезвоню, хорошо, минутку. Давай. Алло. Алло. Да, да, Солнце, посмотри, пожалуйста, у тебя точно платеж прошел, просто что-то не поступили. Может, у тебя там подтверждение просят, то, что нет. Это действительно ты переводишь, не кто-то другой? Нет, нет, деньги ушли, но они не от меня, а от Светланы Валентиновны, я же говорил. Я понимаю, там галочка, все вышло как надо? Ну, 6400, да, отправлено, могу скинуть тебе чек. Посмотри сейчас статус платежа? Ну, у меня деньги ушли, я могу тебе в WhatsApp скинуть. Ну, скинь, пожалуйста, чек. Напиши мне в WhatsApp, чтобы я тебе ответил чеком. Хорошо, давай. Давай. Алло. Алло. Да, да. Да, смотри, я написала. Все, давай, сейчас тебе скину. Угу. Давай. Алло, алло. Ну что, ты подъехала? Алло. Солнце, ты мне сейчас скинул чек. Но это подготовка к платежу, ты там не нажал перевести. В смысле? Ну, у меня деньги ушли. Ну, там вверху, видишь, написано подтверждение, там нужно перевести нажать, там не, ну, это ты не оплатил. В смысле? Я ввел Киви Банк, нажал отправить, ты все правильно, выскочило это. Оплатить не нажал только. Так там даже нет кнопки оплатить, я вот тебе скриншот сделал. Есть, там внизу, видишь, написано тебе... Давай сейчас с тобой ставь на громкую связь, заходи, я тебе объясню, как нужно. А, погоди, мне смс пришло из банка. Сейчас, стой. А, ну вот. Платеж отклонен в избежании мошеннических схем. Узнать. Да, у тебя подтверждение проще, то, что это узнать ты подробности, что-то о мошенничестве. Другой. А при чем тут мошенничество-то? Это на тебя сейчас выходит, Солнце, что это действительно ты переводишь, не кто-то другой, понимаешь? Просто по нашим платежам очень много поступает, другие клиенты тоже так вызывают из-за этого, понимаешь? Я понял, но мне смс-то с банка пришло,
в избежание мошенничества. Я понимаю, да, что это действительно ты переводишь, не кто-то другой, то есть, наверное, не потерял телефон и так далее, и так далее. А, ну понял. Давай, сейчас позвоню тогда. Платеж подтверждаешь, и мне перезвони. Хорошо, я уже одно такси отпустила, блин, оплатила, сейчас другое уже буду. Давай, вызывать. Сейчас я в банк позвоню. Хорошо, подтвердишь и сразу опять заново пробуй, хорошо, потому что платеж не прошел. Давай. Перезвонишь, хорошо? Да. Давай. Алло. Алло, ну и для чего я сейчас в банк позвонил? Из-за того, что я позвонил, у меня заблокировали вход в онлайн. Карта-то не на меня оформлена, а на жену. Понятно. Я позвонил, они сказали, добрый день, Светлана Валентиновна. Ну? Я говорю, мне нужно платеж подтвердить. Они говорят, а вы кто? Я говорю, я муж. Они говорят, в смысле муж? У тебя, собственно, есть карта другого банка. Ну, ей просто онлайн заблокировали, карты не заблокировали. Ну вот, я сейчас захожу в Сбербанк онлайн, мне пишет, временно недоступно, попробуйте через 15 минут. Да, это онлайн недоступен, да, онлайн. Налички там можешь снимать, расплачиваться, все как обычно. Это у жены тоже сейчас заблокировано, получается? Нет. Ну, короче, подъезжай так, если... Сейчас другой банк налички. Есть какой-то? Да нету, был бы, я бы оплатил. У меня вот мои карты на жену оформлены. Я понимаю, сладкий, но я не могу без закрытия онлайн-кассы приехать. Ты знаешь, мне штраф сейчас будет от администратора, то что я приеду без закрытия онлайн-кассы, и другие девчонки не смогут работать. Ну, блин, сама сможешь закинуть, приедешь, я тебе заплачу эту наличку. Не могу даже выйти, понимаешь, у меня звонки прослушаются. Это элитный салон, эскорт-услуг, ночные бабочки. Ночные бабочки? Угу. Понятно. Ну, я не знаю, что делать. У тебя есть наличка? Наличка есть? Наличка-то есть. Можешь до любого терминала даже, просто который на Киви пополняет, да бежать и все? Да. Оплата поступает, сразу убегаешь. Блин, второе такси нужно отпускать. Да я никуда выйти из дома не могу. Почему? Ну, у меня с лодыжкой проблемы. Ну, попроси кого-нибудь, пускай оплатит, а я, смотри, приеду, тогда переведу, куда скажешь, на какие реквизиты, а мне наличкой отдашь. Давай, сейчас я позвоню кому-нибудь. Давай. Алло. Да, солнце. Ну, короче, походу, сегодня уже ничего не получится. Ты, блин, дойди, пожалуйста, до терминала, оплати, я приеду. Да уже... Просто уже надоело тоже в этой квартире. Да, я понял, да уже сколько мы тут уже пытаемся, уже около часа. И уже планы поменялись. А жене позвони, пускай переведет и все. Ага, что я скажу? Жена. Что, там же не выходит мое имя, девчачье, там мужское имя, ты не говори там за что, как. Ага, ну это как минимум глупо просить жену, чтобы она скинула деньги проститутке. Зачем проститутке? Ну ты же проститутка. Ты же не говоришь, что проститутка. Ну ты же проститутка. И что? Ну, а я жену не обманываю. Ну да. Ну и вообще, на самом деле, планы уже поменялись. Сейчас ко мне через часик должен знакомый подъехать. Будем у меня сидеть. Ну все, давай тогда. Давай тогда. Алло. Алло, слушай, может все-таки как-нибудь за наличку подъедешь? А то неудобно, ты мне денег кинул. Солнце, ну я же тебе... Да какая разница, это, блин, вообще мелочи. Только я не могу без предоплаты ехать, понимаешь? Еще раз объясняю, у меня будут штрафы, девчонки не будут работать, понимаешь, а, блядь... Только в чем проблема-то, там, я не пойму. За потерянное время с меня будут ебать уже. Что? Говорю, за потерянное время девчонок будут спрашивать с меня потом. А почему они время потеряют? Потому что одна онлайн-касса, понимаешь? Что? Я приеду, предоплата мне будет штрафов, будет онлайн-касса заблокирована. В смысле заблокирована? Если я приеду, обязательно, ну, без предоплаты. Так, а как она заблокируется? Заблокируется. Такое у нас администратор придумал хуйню какую-то. В смысле, что за бред? Ну, вот так вот. Так, а при чем тут ты и онлайн-касса? Я же тебе говорю, у нас стоит онлайн-касса. Там поступают платежи на онлайн-кассу. Администратор проверяет эти все платежи, понимаешь? Мне звонки все прослушать. Если я приезжаю без предоплаты, мне будет штраф 25 тысяч.
Крыша на инкассе, блядь, будет в режиме ожидания. Понимаешь, на твоей этого будущего. Ну а как решить это? Одна онлайн-касса, понимаешь, девчонки не смогут других клиентов принять, потому что она будет в режиме ожидания. Они примут одного клиента, ну, допустим, минимум часик, это уже 3000, они с меня будут выбрать. Так а кто это сделал? Так, как такие правила-то, я не пойму. Ну такие вот у нас салоны. Ты сказала администратор? Не, я их придумал. Свяжи меня с администратором, я поговорю с ним, да и все. Нормально все будет. Ну и что? А? Алло. А смысл? Ну, свяжи меня с ним, я с ним поговорю, объясню все, да и все. Найдем общий язык, да подъедешь ко мне, да и все. Да не найдете общий язык. Да найду. Что? Найду. Не найдешь. Почему? Потому что он не отпустит меня без предоплаты. Вот в чем смысл. Вот я ему объясню, что как, да и все. Нет, все, давай пока, короче. Ну, давай. Да, здорово, Дмитрий. Да, слушаю. Ты дома сейчас или на работе? А кто это? Это тебе администратор беспокоит интимного салона. Люди мои хотели к тебе домой подъехать. Ты в курсе, что ты натворил? Что? Я надеюсь, ты это не специально сделал, я сейчас тебе объясню, уважаемый. Ты девочкам звонил, простите, там было написано, не звонить, не беспокоить, идет авторизация кассы. Ты позвонил, у меня за тебя 4 анкеты заблокировались. Ты прочитал, позвонил или не прочитал? Я надеюсь, ты это не специально сделал. Так я же общался с девочкой, она мне даже на телефон кинула. Что кинула? Денег, чтобы я ей оплатил. Ну, оплатил? Нет. Почему? Так я же и объяснил почему. Потому что заблокировали вход в Сбербанк онлайн. На жену карту. Сколько оформили. Ты пытался оплачивать? 6400. Выслушайте меня. Теперь у меня за вас вся система заблокирована. Чтобы снять блокировку, вам нужно сделать оплату 10500. Сейчас сделаете оплату, скажете, куда вам перевести обратно. Через 5 минут. Так а как я сделаю оплату-то? Налички через терминал. Это ты вот насчет Вики звонишь? Насчет кого? Да. Так я же из дома выйти не могу, я объяснял ей. Я тебя прекрасно понимаю, придумай что-нибудь. У меня система, дорогой мой, заблокировалась. Я тебе позвонил, чтобы вопрос по-тихо-мирно решить. Не хотел же мне твоей звонить. У меня все пробили, ребята. Я не хочу беспокоить близких и родных. Это с моей стороны будет некрасиво, согласись? В смысле пробили про меня? Ну, кто систему, типа, заблокировал? Ты понимаешь, это твоего номера. У меня здесь все высвечивается. Ну, ты сказал, моей жене позвонишь. Что это значит? Я же это не сделал. Что? Я же это еще не сделал. Или ты хочешь, чтобы я твоей жене позвонил? Ну, так, может, у тебя нет ее телефона, поэтому ты не можешь ей позвонить. Слушай, уважаемый, если я захочу, то я найду. Я тебе звоню, чтобы вопрос по-хорошему решить. Так ты 2 минуты назад сказал, что у тебя телефон моей жены есть. А сейчас уже будешь искать его? Я не сказал, что есть телефон. Ты кто вообще? Алло. Зачем ты мне позвонил? Администратор интимного салона, уважаемый. Я тебе еще раз повторяю. Ну и что? Сейчас ты берешь деньги, идешь до терминала, оплату делаешь, я тебе через 5 минут все твои деньги возвращаю обратно. Мы с тобой расходимся мирным, добрым путем. Так а зачем мне тебе что-то скидывать, чтобы ты меня назад вернул? У меня из-за твоего номера система заблокировалась, дружище. Я тебе еще раз объясняю русским, славянским языком. Ты меня не понимаешь? В смысле из-за моего номера? Там нельзя было звонить, ты понимаешь? Или нет, сейчас люди мои подъедут и с тебя спрос делают, как с понимающего? Так а я не понимающий, смысл с меня спрос делать? Ты не понимаешь, они тебя на правильный путь поставят. Я тебе в Аллахом клянусь и чеченским народом. Для меня эти слова дороже жизни. Так а почему тогда девушка телефон взяла, я с ней общался, если нельзя было звонить? Я тебе еще раз говорю, девушки ответили, им некуда деваться. Ты позвонил, ты должен свои ошибки исправлять. Если мы сейчас вот этот вопрос не решим, это плачевно закончится для тебя и твоих близких. Я тебе в Аллахом клянусь и чеченским народом. А зачем ты клянешься в Аллахом и чеченским народом? Для чего? Если ты не веришь в моих словах, поверишь в моих действиях, дорогой. Какие действия, я не пойму.
Ты скажи одно, ты будешь оплачивать? Что? Систему мне. Какую систему? Я не пойму, за что я должен платить. Я же общался с девочкой. Ты хотел заказать девушку, у тебя не получилось. Сделал заказ, у меня из-за тебя система приостановилась. Да почему из-за меня-то? Ты звонил, не я призвонил. Ты тупой или притворяешься? Ну каким образом, я не пойму, каким образом я связан с твоей системой? Слушай, хорошо, сейчас тогда люди мои подъедут, будь добр сядь в машину. Если не сядешь в машину, они тебе, сука, руки и ноги поломают и ко мне привезут. Хорошо? В каком смысле? В прямом смысле, без смысла вообще, если ты не понимаешь языка. Нет, я все понимаю, ты просто какие-то непонятные вещи говоришь. Да я тебе еще раз повторяю, уважаемый, тебе нужно сделать оплату 10 500. Я закрою анкету, через 5 минут деньги твои возвращаю обратно, и мы с тобой расходимся на этом. Так а зачем мне что-то скидывать, чтобы мне назад это вернулось? Из-за твоего номера заблокировалось, надо оплату, чтобы ты сделал. Ну а ты сам не можешь сделать эту оплату-то? Я не могу, я тебе еще раз говорю. Ну так я же не могу зайти в Сбербанк онлайн, у меня... заблокировано из-за того, что я делал подтверждение. Наличка есть? Подъезжай, есть. Все, дойди до терминала. Так я сейчас выйти не могу. Почему? Я объяснял девчонке, почему. Ты сейчас дойди до ближайшего терминала. Но он не близко находится. Подожди. Сколько тебе? Подожди, ко мне кто-то пришел, сейчас я перезвоню. Алло. Алло, да, что там, на чем остановились? Ко мне просто бабушка пришла. Так что, брат, сейчас дойди до терминала, я тебя подожду. И я тебе в полном возврате сделаю всю твою сумму. То есть, можно поподробнее? Я тебе объясню, ты сейчас идешь до терминала, брат, до Пятерочки, там есть терминал, Киви платеж. Делаешь мне перевод, говоришь свои реквизиты, я тебе скидываю, брат. А мы с тобой расходимся. Просто мне надо систему разблокировать. Я тебе за свои слова отвечаю. Мне твои деньги не нужны, брат. Не, на тот, я номер, понимаю, что... на тот номер, который Вика давала, то что Киви-банк там? Нет. Да, я только тебе другой номер карты скинул. Ну, она мне скидывала уже. Я тебе скинул. Там получатель еще какой-то, Андрей Константинович. Ты можешь до терминала дойти? Ты Андрей Константинович? Ну. А? Ну. Что ну-ну? Ну да. Ну вот, она мне скидывала номер, чтобы я по номеру... Только не ту карту. Какие последние цифры она скидывала? По номеру телефона там она скидывала, чтобы Киви-банк был. Через СПБ. Ну, ты сейчас можешь зайти в Сбербанк? Нет. Хорошо, дойди до терминала, я тебе объясню через терминал. Я смогу выйти только сейчас, через час. Я пока сейчас уже не смогу выйти. Ну, позвонишь другу, скажешь, чтобы перевел. Я тебе сейчас кину. Какому другу? У меня нет друзей. Я смогу выйти через час. Ко мне просто бабушка пришла, мы пломбу будем смотреть. Так? Как? Через час 100%. Да, вот сейчас, 18:30 начинается клон, финальная серия. Мы с бабушкой посмотрим. Я обещал с ней посмотреть. И через час выхожу. Это будет 19:30, правильно? Ну ты хорошо считаешь, да? Через час будет 19:30. Хорошо, дойдешь до терминала, брат, я тебе на Киви кошелек положишь. Подожди, хорошо на этот номер? Ты Андрей Константинович? Да. А почему ты Аллахом клянешься? Слушай, брат, что? Я тебе еще раз говорю, давай не будем сейчас об этом. О чем? Вот об этом, Аллахом, не Аллахом, брат. Нет, ну тебя же Андрей Константинович зовут, а почему ты Аллахом клянешься, вот это не пойму. В чем прикол? Алло, ты, алло. Что ты трубку-то бросаешь? Да, я нечаянно сбросилась. Так я не пойму, при чем тут Аллах и ты, Андрей Константинович? Я тебе еще раз повторяю, брат. Что? А паспорт как? Что? По паспорту как? Как так? Ну так, как? Ну ты, Андрей Константинович, ты клянешься Аллахом. При чем тут Аллах?
ты. Я тебе еще раз говорю, брат, через час мне тебя ждать или нет, или я еще тебя подведу, разъебу твою бабушку, блядь, с которой ты собираешься фильм смотреть. Это не фильм, это сериал. Да мне похуй, сериал или что там. Ну ты выражение выбирай, что ты бабушку обзываешь-то, я не пойму. Ты мне скажи, ты через час тебя ждать? Только я же тебе сказал, я через час могу выйти, только... Почему ты Аллахом клянешься? Мне вот это интересно. Ты же Андрей. Алло. Давай, я тебя жду. Ты на мой вопрос ответишь? Вот когда выйдешь из дома, потом отвечу. Так а сейчас в чем сложность? Давай, я тебя жду, брат. Не называй меня братом. Не называй тебя братом? Ну да. Я же тебя знать не знаю. Все, я тебя жду, уважаемый. Уважаемый тоже нельзя называть? Да нет, уважаемый, можешь называть. Можно, ну все, уважаемый, я тебя жду. Мне тебе самому позвонить или ты позвонишь? Как? Как? Еще раз повтори, пожалуйста. Ты мне сам позвонишь или мне тебе позвонить? Ну, могу я позвонить, можешь ты позвонить, без разницы. Ну это через час только будет, понял, не сейчас. Все, все, добро. Я на автобус бабушку пойду провожать и спокойно закину. Все, добро, я тебя слышал. Услышал? Да. Давай, Костик. Да. Давай. О, да. Да-да, ну что там, дружище? Ну, сидим пока еще, смотрим. Ну, через сколько примерно? Ну, сейчас как закончится, тут просто финальные серии, я не знаю, тут одна будет или две. Пока сидим, смотрим. Ну, ты сказал пол восьмого, брат. Ну, так еще не пол восьмого. Ну, уже 27 восьмого. Ну. 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 Это же не пол восьмого. Ты скажи, ты наебываешь, так и скажи. Кого наебываю? Я тебе сказал, мы пол восьмого сериал закончится серия, я спущусь вниз. Тебе что, типа через 3 минуты перезвонить? Какой ты доходчивый. Как? Как? Алло. Алло. Да. Да. Типа через 3 минуты, да, будет? Сейчас закончится серия, я тебе перезвоню. Отвечаешь? Отвечаю, в чем проблема-то? Все, жду, я тебе поверил на слово. Да. Слово мужика даешь? Да даю я тебе слово мужика, сейчас закончится серия, я тебе перезвоню. Все, добро, давай, я тебя услышу. Давай, не отвлекай. Да, дружище. Алло, слушай, тут, бля, еще одна серия следом пошла, бля, я сейчас выйти не могу. Там час еще вариант подождать? Так? Как? Слушай, может быть, дойдешь по-быстрому, мы решим этот вопрос и все. Да я не могу бабку одну дома оставить, она уже такая, знаешь. А потом где время, сколько будет уже? Ну, серия час идет. Тут просто финал этого клона, блин, долбанный. А если там 10 серий будет, что делать? Да нет, 2 серии в день идет. Или это прям срочно сейчас нужно сделать? Срочно, брат, нужно, я же тебе говорю. Смотри, хотя и мы с тобой за одним столом не сидели, я тебя братом называю. Но мне это не очень нравится. Я же говорил, не надо меня так называть, ладно? Хорошо, уважаемый. Давай я сейчас тебе скину номер карты. Если тебе какой-нибудь мой знакомый сейчас закинет... Ты мне, ну, ты мне вернешь? Или как? Какой реквизит скинешь, туда и скину. Давай, скинь мне номер карты, сейчас я знакомому отпишусь, позвоню, узнаю, что как там. Все. Просто сейчас все, не все, все, добро, дружище. Эти давай, деньги через номер, сколько мне назад придут? Да буквально 5 минут. У меня поступит сразу, я звоню тебе, скидываешь мне реквизит, я тебе перевожу. Сколько? 6400? 10200. В смысле, я же девчонке 6400 должен был закинуть. Я понимаю, у меня система заблокировала 10200. Я тебе сразу буквально 5-6 минут и сразу возвращаю. Ну все, давай сейчас я напишу кому-нибудь. Давай сейчас я тебе скину реквизит, хорошо, брат? Давай, я тебе перезвоню, как сейчас узнаю, если что, как там. Да, давай сейчас я тебе скину реквизит, ладно? Давай, давай. Давай. Да, дружище. Алло. Да. Ну, короче, ни у кого на карте сейчас нет. Там есть один вариант, там есть у меня один знакомый, но он немного это, тормознутый, ему долго, ну, долго нужно объяснять, что как вложить. Там же можно на киви закинуть? Да, можно, поэтому он это даже.
Ты ему сможешь сам объяснить, как что это кидается? Я просто не смогу вывести эту фигню. Он немного... Хорошо, скинь мне его номер. Сейчас я ему тогда позвоню, предупрежу, что ты ему позвонишь. Там какая сумма? Или ты мой номер скинь, пусть он мне позвонит. Там какая сумма? 10-200. Сейчас я с ним поговорю, сейчас через 2 минуты тебе позвоню, скажу. Все, все, добро, давай. Давай. Алло, короче, я ему сообщил, он сейчас минут где-то через 5, через 10 будет у терминала. Номер какой? Я тебе его номер сейчас в смс скину, его Леша зовут, только он такой немного туговатый, ему нормально объясни, ладно, как положить на этот терминал. Хорошо, какие последние цифры, скинь мне его. Сейчас я тебе в смс скину его номер. В смс, пришлю номер карты, только возврат сделай мне. Я тебе карту сейчас скину. Сразу скинь карту. Давай, я тебе сейчас его номер скину и карту. Минут через 5 ему позвони, он сказал, ждет. Все, добро, давай. Давай. Я сейчас ему позвоню сразу. Давай. Алло. Да, здравствуйте, Алексей. Да, алло. Ты его номер передал, возьму по курсу. Алло. Как? Алло. Да, мне ваш номер передал друг вот. Да, я знаю. Через сколько вы дойдете до терминала? Я здесь уже. Я его, да. До терминала? Надо на телефон положить. Чиви, кошелек, видишь там? Алло. Да, чиви, кошелек, видишь? У меня нет кошелька, у меня деньги, вот они у меня. Терминал, ты у терминала стоишь? Да, надо положить на телефон. Терминала стоишь сейчас? Да, на телефон надо положить? Не, на киви кошелек. У меня нет кошелька? В терминале есть. А, это как на телефон, только не на телефон. У тебя WhatsApp есть? Это как на телефон, только не на телефон. У тебя WhatsApp есть? Да. Давай я тебе по WhatsApp позвоню, ты мне терминал покажешь, хорошо? Ну, киви, терминал. Терминал, там киви кошелек, видишь? Это я знаю, я на телефон так кладу. Хорошо, подойди к терминалу, там оплата киви кошелек оранжевый такой. Давай, сетя. Видишь оранжевый киви кошелек? Сетя. Так, тут есть зеленый, банкомат зеленый, есть киви. Киви. Еще раз повтори, пожалуйста. Зеленый банкомат и желтый киви. Желтый киви, да, возьми. Все, я у желтого киви. Ну, что там написано? Пополнять. Да, нажми пополнить. Пополнить, да? Да. Пополнить. Телефон. Телефон. 900, сейчас подожди. Айо, надо телефон. 917. 917. 917. 917 набрал. 917. 150. 150. 28. 9-3. 917-150-28-9. Еще раз. 917-917. 150-28-9. Да. Дальше. Продолжи. Вставьте деньги. Вставные деньги. Какая деньги надо? 10 метров. 10 200 рублей. 10 200? Как? 10 200? Да. У меня 10 и 1000. У меня 200 нету, у меня 10 и 1000. Да,
У меня 5,5 и 10. Хорошо, положи 11. А мне сказали 10. Ну, 10 положи. 10, да? Да. Сейчас. Что там? Деньги мятые, Сяся. Десять тысяч засуну, то к зачислению 9600. 9600. Хорошо, хорошо, возьми оплатить. Тут получается не все 10 уйдут, тут 10600. Хорошо. 9600. Комиссия написана. Хорошо, хорошо, я услышал. Далее. Получи чек. Чек надо почту. Почта-то. Не надо почту. Отправить на почту. Не надо почту? Не надо. Сейчас. Все, готово? Как? Готово, все. Я все делал. Оплатил? Да, я все делал. 9600. Не пришел. Почему? Алло? Не знаю. 9600. Куда платил? Алло? Куда платил ты? Плюс 7 9 1 7 1 5 0 2 8 9 5. Как? Плюс 7 9 1 7 1 5 0 2 8 9 5. 9 3 надо. Ну вот, на теке 2 8 9 5. Последние 4 цифры какие? Последние 4? Да. А 2 8 9 5. Надо было, ты что, придурок, блядь? В смысле придурок? Ты набрал 95? Я набрал не 95, плюс 7 9 1 7 1 5 0 2 8 9 5. Последние цифры какие? Две последние. 5 9 8 2. Это назад если читать, а так 2 8 9 5. 9-3 надо было. Кинчек, мне 8-ку, четко и кинчек. Киви-банк. Плюс... WhatsApp есть у тебя? Плюс 7. WhatsApp есть у тебя? Есть WhatsApp, но у меня Wi-Fi тут нету. У меня Wi-Fi надо. Сколько чек? Слушай, сколько чек, Леша, скинь мне. Что делать? Сколько чек, скинь мне. Мне надо, чтобы я дома, Wi-Fi, чтобы соединение было. Как я закину? Иди домой, давай. А я гулять хотел пойти. Вы что, блядь, заёбки, придурки, ебаные? Алло? Алло. Алло, да. Не понял, подожди. Сейчас, стой, погоди. Алло. Да, да, слушаю. Я ему говорю, то, блядь, он набирает другой. Скинул, куда хуй поймёшь, блядь, что мне делать? Я говорю, скинь мне чек, он не скидывает нихуя. Ну, ты Лёше позвонил, Алексей там, пацанчик. Алексей, да, позвонил. Он какой-то, блядь, занудный человек, уважаемый. Ну, не занудный, он немного отсталый. Я же тебе сказал, ну, ему нужно дотошно все объяснить. Ты же ему объяснил, на киви? Я ему объяснял, на киви, он поймет. Я ему сказал 28,93, он набрал 28,95. Отправил, ты поймешь куда. В смысле, он деньги не туда закинул или что? Не туда закинул. Попроси ты его, чтобы тебе скинул, а ты мне скинь. Что, чтобы он скинул деньги или что, я не пойму? Чек.
Подожди, давай сейчас я ему позвоню, у него узнаю. Давай. Алло, да, ну я позвонил ему, он сказал, он положил деньги. Он 10 тысяч закинул, 9600 сказал. Да, положил. Он положил на другой номер, ребята. Я вижу, вопрос не хотите, я одноглазно решать, мне же спокойно, блядь. В смысле? Он мне продиктовал, он взял чек, сказал, вот у меня чек. А ну отправь мне чек в ММС отправь, я номер проверю. Я ему сказал, чтобы он мне скинул в WhatsApp, он сказал, у него дома. Давай файл нужно дойти, он скинет. Ну, давай, скидывай чек. У него 9600 сказал, то, что деньги ушли, он 10 тысяч закинул. А ты что так общаешься, я не пойму. Скин чек, я жду, перезвонишь. Я же тебе сказал, человек закинул. Алло, ну он продиктовал мне все, он закинул. Ты ему номер продиктовал. Ты закинул, ты видишь мой номер, 2893, он закинул 2895. Сейчас, подожди. Ну, ты посмотри внимательно. Ну, он мне продиктовал, что в чеке вот написано вот 28.95. Я ему сказал 28.93. Он вообще знает, куда положил, брат. Ты что, похоже, на пиздобу? В смысле, он не туда закинул деньги? Не туда закинул, я тебе объясняю. Ну, чек, пуски. Пусть тебе чек скинет, а ты мне скинь. Я позвоню в терминал и попытаюсь вернуть. Короче... Чек, пусть сфоткает? Да у него нету интернета, у него дома только Wi-Fi, он сейчас гуляет где-то. Короче, смотри, нужно отправить на 93 в конце, да? Да, киви кошелек, 28-93. Короче, на твой номер. Да. Давай я сейчас ему позвоню, скажу, что ты ему позвонишь. То же самое скажи. Я не буду с ним общаться, он придурок. Я ему объясню нормально, чтобы он положил в конце была цифра 5, просто проконтролирую. Ну вот ты им объясни, продиктуй. Да мне некогда вообще сейчас вот этими делами заниматься, я тут сижу с бабушкой. Это всего лишь 5 минут займет, позвонить ему. Мне неудобно это с ним общаться, я его не вывожу. Ай-яй-яй. Да, Лех. А несколько я и не туда пойди. Ну. Там надо не 5 конце, чтобы было, там надо, чтобы ты была. Все, давай, я получишь позвонить. Куда? Туда ты как? Вот на куда ты звонишь, да? Да, на этот номер, да. Ты сможешь мне его диктовать сейчас? Алло, короче, этот Леша обиделся. Он сказал, не будет больше ничего класть. Ты ему звонил или что? Я ему звонил, он мне мозг едет, как обычно. Чего он? Он говорит, что, как, я даже не понимаю. Я понял. Давай, сейчас я кого-нибудь попрошу, может что-то закинет. Давай, я жду. Давай. Алло, да? Да. Слушай, у меня Сбербанк заработал, мне на Киви, да, класть? Да, по этому номеру. Зайди в Сбербанк, наверху напиши Киви. Давай, по этому номеру. Сейчас, погоди, я громкую связь поставлю. Да, включи, зайди. Киви. Нашел? Киви. Пополнение Киви? Да. Пополнение Киви. Так. Номер продиктовать? Ну вот, плюс 7 917 150 28 93, да? Да. На твой вот этот номер. Да. Далее. Тебе возврат по тому номеру карты, да? Да, Александр Константинович тут написано. Продолжить. Получатель. Так, сумма какая? 10 200. Бамс? Да. Все? Доставлено. Как? Доставлено. Клин мошенник, да? Что? Хорошо, давай. Там написано сосичник под антимошенник. Ну, вообще, я тебя понял. Понял, да? Да. Спасибо тебе большое. Да, не за что. Что тебе скинуть пару тысяч хотя бы? За то, что повеселил.
вообще ничего, если не жалко. А ты нуждаешься, да? Да. Ну давай, если ты сейчас извинишься, да, то я тебе скину. Ну извини, брат, пожалуйста. За то, что ты хотел обмануть, да? Да, да, извини. А ты что, у нас мошенник получается? Нет, брат. А как это назвать?